Всем привет! Я вас приветствую на канале Мистер Тарас. Всем привет! Мы сегодня снова приехали в Голосеевский парк. Нам здесь очень нравится, здесь очень красиво, воздух шикарный. И мы хотим снова полазить на этих лазилках. Пойдем в веревочный парк. Уже пойдем на уровень повыше. Это на второй уровень. Да, да, вообще уже пойдем. А то мы первый раз пробовали, как бы так, а сейчас уже хотим немножко повыше. Хотя я не очень хочу, немножко боюсь. Но ради сына на все готова. Сегодня немножко начался дождик, но сейчас уже прям очень хорошо. А то Тарас вот это ж хочет на этом веревочном парке полазить, а в дождик, наверное, не пустили бы. В общем, смотрите, оставайтесь с нами, посмотрите, как мы там будем развлекаться. В общем, на веревочный парк мы не попали, потому что был дождик. Из-за этого не пускают. Тарасик очень расстроился, пошел там вперед. В общем, мы гуляем, наслаждаемся красотой. Ну, не получилось так, как хотелось. Ну, ничего страшного. Все, что не делается, к лучшему. Красиво здесь. Уточки плавают. Класс, такие классные. Осень прекрасная. Мы любим вообще гулять в Голосеевском парке. Здесь очень красивая природа, он большой, воздух шикарный. Боже, белочки, как они гоняют. Ой, класс. Вот это да. Аж две сразу. Ой, с орешком. Класс. Класс, белочка с орешком. Так красиво. Вторая. Слушайте, эти белочки прям ручные, да, Тарасик? Она прям не сильно убегает. Смотрите, смотрите, она прям на дереве, и Тарасик рядом. Тарасик, она как-то чувствует тебя. Смотри. Класс, Тарас, она с этой стороны. Ты видишь ее? Стой, 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 стой наверх. Увидел? Классная, супер, да? Красивая такая. Так, сегодня у меня будут варенички с картошечкой. Жарю лучок. И готовлю сегодня очень вкусный нут. Ой. Вот у меня такая есть заготовочка. Тут перчик, помидорки. Я тоже сюда вливаю. Тут у меня нут. Замачивала ранее в воде. Добавила разные специи. Протушила морковку, лучок. Добавила. И вот так вот тушу все. Важно добавить вкусные специи, которые вы любите. И очень вкусненько получится. Такой вот нут получился, такой прям густой, такой ароматный, такой вкусный, вообще обалденовски вкусный. Я тут и зелень, и разные специи добавляю, в общем, очень вкусно. У меня сегодня варенички с картошечкой. Я вот тут обычные глютеновые, семья попросила, картошечка. Я перекладываю вот так вот кулечками варенички и в морозилочку. Просто пакетиками обычными и складываю в несколько слоев. Вот так вот. Так, я сейчас сяду покушать. Это мой второй завтрак. У меня тут нут, который я тушила. Брокколи отваривала для супчика. Овсяночка.
манго, немножко зеленушки, кинзушка, водоросли даос. В общем, приятного аппетита мне. Всем привет, я Баксик, классный кот. Видите, какой я хорошенький. Сегодня я хочу сделать небольшую распаковочку. Я тут закупилась теплыми вещичками и хочу вместе с вами распаковать. Вот такие вот разные костюмы теплые. Сейчас вместе с вами распакуем и посмотрим. Так, начнем с первого. Первый вот такой вот розовенький. Так, сейчас я примерю, буду примерять и вам показывать. Вот такой вот первый костюмчик. Так, вот здесь вроде. Такой вот классный цвет вообще. Розовенький, такой яркий, насыщенный. И он идет на флисе, тепленьком. Мне очень нравится. Пишите, или понравился вам такой костюмчик. Это костюмчик номер 1. Дальше следующий. Вот такой вот синенький. Сейчас распакую. Следующий костюм в синем таком цвете. Очень классно. Это костюм H&M. Он очень прям хорошо так сел по размеру. Вообще, я бы сказала, просто идеально. Очень хорошо сидит. Костюмчик номер 2. Он тоже идет на флисе. Ну, вы знаете, какой флис тепленький. Пишите. Может, этот вам понравился больше. Так, следующий. У меня следующий комбинезон. Адидас я заказывала. Сейчас примерю. Так, вот такой вот серенький комбинезончик Адидас. Тоже идет на флисе, тепленький. Мне вообще очень комфортно в нем, классно. Сидит тоже хорошо. Вот такой вот крой. Ну, вообще, как бы мне нравится. Муж только что увидел, говорит, это тебе спать в таком нужно, чтобы тебе было тепло. Я вообще всегда мерзну ночью. Но мне вообще нравится для улицы. Что вы скажете, как вообще вам? Так, это номер 3. Переходим дальше. Дальше вот такой вот синий костюм. Сейчас примерим. Продолжаем дальше. Следующий вот такой вот синенький костюм. Я бы сказала, что он немножко на меня великоват. Вот так вот. Вроде как бы в поясе. Ну, не критично. И штанишки. Можно немножко и покороче сделать. Я, может, подрублю, отнесу. А так вообще крой кофты тоже немножко длинновато, но, в принципе, тоже нормально, комфортно. Тоже тепленький, на флисе. В общем, утеплилась я. А, и с такими, смотрите, с такими штучками по бокам идет. По цвету он был на сайте немножко ярче, но этот цвет мне тоже нравится. Пишите, как вам. Это костюм уже номер 4. По номерам можете написать, какой вам больше понравился. Буду благодарна, очень интересно ваше мнение. Да, вот это немножко все-таки великоват. Следующий у нас фиолетовенький. Последний фиолетовый костюм. Прям я скажу вам, вы знаете, так сели идеально штаны. Прям вообще так классно, так удобно. Тут мой помощник уже пришел. Баксюня! Баксюнчик! В общем, этот очень классный. Тут так кармашки сделаны. Тоже на флисе, теплый. В общем, все теплые. Я на зиму скупилась, чтобы мне было точно тепло. Не мерзнуть. Так, это костюм номер 5. Пишите, или нравится вам такой цвет, очень красивый цвет. Классно очень сидит, очень-очень удобно.
Ну все, примерки закончены. Если вам было интересно, ставьте лайки. Если нужны ссылки, тоже пишите в комментариях. Обязательно поделюсь. Все костюмы я заказывала через интернет. Мне вообще легко выбрать размер. Я покупаю самый маленький, поэтому у меня XS, S. И, в принципе, несложно. Но вот, как видите, синий костюм. Все-таки нужно немножко вшить. Я, может, штанишки подошью. То я не люблю, как он такой широковатый. Все. Так, что там у нас Баксик? Баксик. Всем привет! Смотрите, какой я холёсенький. Холёсенький, холёсенький.